Вопрос-ответ. У нас сегодня интересный очень вопрос. Почему я собираюсь уволить половину своего коллектива? Ай, не напряглись, я же говорил, у нас будет фабрика по производству кирпичей. Смотри, все бесплатно. Часто повторяющийся вопрос. Могу ли я стать программистом, если мне 12 лет, 16 лет, 17 лет, 18 лет, ну и так далее по списку. Ну и также параллельно вопрос о том, могу ли я устроиться в компанию. В 12 лет, 16 лет, 17 лет, 18 лет и так далее. Давайте по делу. Могу ли я стать программистом? Никто не запрещает, можете. Я уже многократно говорил, я вообще не понимаю, что за вопрос. Вам никто не запрещает, боже мой. Становитесь, ради бога. Вот. На этом... А, и еще спрашивают, не поздно ли в 12 лет начинать заниматься программированием? Ребят, это не спортивная, не знаю, гимнастика. Не поздно. В 65 не поздно и в 90 тоже не поздно, но у вас меньше времени остается, если вы в 90 начали. Понимаете, да? Так, собственно, не поздно ли, ни в каком возрасте, можно ли, можно, разрешаю, в любом возрасте. Дальше. Есть ли шанс устроиться в компании, если 17 лет? Был такой комментарий. В принципе, люди даже там уже отвечать начали. Можно. Никто не ограничивает, но есть нюанс. Работодателю сложнее устроить на работу несовершеннолетнего человека. Но опять же, это не только 17, но и раньше. Предубеждение, если предубеждение именно о том, что ну, стоит ли вообще такого молодого человека брать на работу, у некоторых работодателей могут быть. Но они относятся к ним несерьезно, поэтому был прецедент такой, в одной компании, допустим, взяли парня, но его взяли не в штат, а он так у них просто ходил, практиковался, ему задачи давали. Потому что ну, руководство не воспринимало его как серьезного разработчика уже вот сейчас. По мне так вполне нормально. От 17 до 18 годик времени, поэтому особой разницы я не вижу. В плане именно готовности к тому, чтобы работать. По поводу того, возьмут ли на работу в 15 лет и меньше, я сомневаюсь, что возьмут именно как бы на полноценную работу. Но опять же, это зависит от работодателя. Потому что чем моложе, собственно, этот человек, ну, он ну, молодой очень, как бы, то есть, смотря как воспринимает это работодатель. То есть, ну, возьмет ли он 12-летнего мальчишку именно на работу? Возможно, для него это будет казаться, ну, это такое баловство. То есть, ну, могут взять там просто, там, чтобы сидел, приходил таким факультативом. Но на работу уже, мне кажется, сложнее, объективно. Я понимаю, что вот только что я говорил о том, что можно в любом возрасте начать. Начать можно, но вот именно устройство на работу, как сотрудника в штат, на которого возлагают надежды, понимаете? То есть в которого вкладываются деньгами, временем, которого ставят на серьезные проекты, доверяют это ему все. Чем моложе человек, тем меньше, собственно, подобного доверия. Ну, это просто психологический фактор. И у каждого человека это все работает по-разному. То есть кому-то и 17 лет кажется слишком молодым, а кому-то нормально. Также и с 12. Вот, потому что, ну, объективно, даже вот человек 12 лет, да, взять его на работу, доверить ему серьезный коммерческий проект, ну, как бы у многих возникнут сомнения в том, выдержит ли он. Ладно. Ну, в общем-то, вот и все. То есть я не знаю, что еще сказать на эту тему. По-моему, все достаточно понятно и ясно. Поэтому на сегодня все. Счастливо.